В последнее время уделяется немало внимания очагам культуры на селе. Ведь сельский клуб – это не просто культурное учреждение, но и стратегический объект, так как он является проводником государственной политики в населенном пункте. А чтобы эти центры на селе успешно работали, необходимо содержать учреждения культуры в надлежащем состоянии. В минувшую среду, 1 февраля, с рабочим визитом в Егерухайском сельском поселении побывал сам Мурат Хасанов. Депутат лично ознакомился с состоянием объекта. Он отметил, что проект, посвященный сельским домам культуры и клубам, имеет большое социальное значение. Партия обращает внимание на такой важный социальный момент, как поддержка учреждений культуры в селах и деревнях. Это очень своевременно и ценно, говорит Мурат Русланович. Дом культуры, находящийся в ауле Егерухай, был построен в 1970 году. За это время здесь не было ни одного капитального ремонта. Здесь требуется частичная замена кровли здания, оконных блоков. В помещении нет отопления. Словом, дому культуры требуется основательный ремонт. В 2017 году партия «Единая Россия» начала реализацию нового проекта, направленного на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности. Благодаря инициативе нашего земляка, депутата Госдумы Российской Федерации Мурата Хасанова, удалось ввести Егерухайский дом культуры в программу и принять участие в конкурсе, проводимом Министерством культуры Республики Адыгея на получение субсидий из федерального бюджета. Следует отметить, что на ремонт Егерухайского дома культуры из федерального бюджета поступит 4 358 тысяч рублей. В том числе по 217 тысяч рублей будет выделено из республиканского и районного бюджетов. Также Мурат Хасанов сказал, что при формировании бюджета одним из важнейших приоритетов для фракции «Единая Россия» является поддержка регионов, повышение качества жизни людей в территориях. В связи с этим нынешнего года партия начала реализацию 4 проектов – «Наш двор», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Впереди большая работа. Как говорится, сельский клуб – это культурный центр любого села. И пока в нем есть жизнь, село будет жить и развиваться. А пока на земле будут жить такие благородные люди, как Мурат Хасанов, наша малая родина будет успешно развиваться.